Вот такая посылочка нам пришла от Майны Либе. Мы сейчас ее будем распаковывать. Наша любимая сумка шопер. Ну, можно сказать, даже коллекционируем такие. Так. Перчаточки хозяйственные, большого размера. А таких как раз просил мой муж. Не спрашивайте, зачем. А, вот такие пакетики с трубочкой. Пока я еще не поняла, зачем они нужны. Возможно, это просто для развлечения. Так. Универсальное моющее средство с дезинфицирующим эффектом. Это значит, его можно использовать для всего. Для полов, для посуды, для стирки, для чистки. Первый раз у меня такое средство в руках. Еще протестирую его. Так, а это для деток. Игра «Путешествие Нотти». Интересно. Будет поиграть в нее, да? 3+. Возраст. Так, вот это очень классная штука. Пятновыводитель. Пена. Ее можно использовать как для мебели, так и для одежды. Очень классная штука. Тоже ее протестируем. Вот. Таблетки для посудомоечной машины. Без фосфатов и хлора. Очень классно. Без отдушек, что для меня очень важно. Очень не люблю резкие запахи. Так, и кислородный карандаш, пятновыводитель. Его, то есть, даже в дорогу, я так подозреваю, можно взять. Потому что он маленький, в сумочку положить на всякий случай. Особенно с детьми это актуально. Все мы протестируем. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить обзоры каждого товара. Пока-пока!